Олег Евгеньевич, вы говорили, что очень тяжелый там, стресс по Сатурну, да? Как, наверное, если... У вас, мы... да, у вас по Сатурну, да. Я знаю, у меня ретроградный Сатурн, я немножко интересовалась этим. Как, вот, мучаюсь вопросом, да, то есть как максимально эффективно его вот и побыстрее уже отработать? Движение вам поможет. У вас не хватает силы физической, вы вялый человек, уставший все время. Это побеждается только движением. Вам нужна двигательная, да, двигательная активность нужна. Или бегать, или ходить по 2-3 километра в день. Занимаюсь. И все, вот это будет ваше восстановление. Не дома, а на улице только. Угу. Только на природе может помочь. Не дома, дома там нет энергии. Праны нет дома, вам не хватает праны. Нужна прана, это означает улица, не дом, улица. Угу. Лучше парк какой-то или набережная. Ходите. Видели сумасшедших таких, которые идут куда-то с лыжами там, или бегут, все думают, о, ненормальные. Эти ненормальные будут жить и будут ходить 80 лет тогда, когда вы будете ходить под себя уже. Это не благословение, это шутка. Что я надеюсь, что вы все будете такими ненормальными, которые будут бегать по утрам или ходить. Человек должен двигаться. Если он не будет двигаться, он не будет долго жить. В основном 80% людей заболевают тяжелыми заболеваниями только из-за того, что они мало двигаются. Одна из главных причин. Нужно движение, бег, статические упражнения, динамические упражнения. Если человек не упражняет свое тело, оно стареет. Нужно заставить себя бежать или идти, иначе старость будет мучить тебя, да? Ну вот Сатурн, да, то есть там это энергия, ну то есть чтобы аскезу нужно принимать. Насколько это с, там вот с женскими, да, реализация по-женски, вот вы часто говорите, что женщина это не аскеза, да, то есть вот насколько вот Сатурн, да, и это... А вы неправильно поняли. Аскезы есть у всех, у женщин, у мужчин. Просто есть женские аскезы, они связаны с любовью. Да, женщина заботится целыми днями о всех, всех любит. Это аскеза. Для женщины это аскеза. Ей не хочется заботиться, ей хочется быть одной, замороженной, быть такой счастливой. А надо всем служить. Это аскеза. Но она дает победу над судьбой. Но вам, чтобы даже это делать, вам нужна прана. Вам нужны сырые продукты есть больше и двигаться.